начинается большая опасность, что она начнет как-то не так неконтролируемая. Да. Поэтому очень важно вовремя начать ею заниматься. Иначе она может все испортить. Все остальное просто замечательно. Хороший аппарат, свободный, ты очень здорово выступаешь музыкально, думаешь, у тебя и пальцы, и фразы, все. Но вот если ты хочешь сыграть кульминацию, форте, нечего не сделать. Я чувствую, что тебе надо звук, а как вот скрипач, например, сейчас кто-то захотел. А у него как будто рука застыла, он не знает, что ей делать. Наверное, мы ему там сказали, что надо делать. А флетисту почему-то нет. А что ты из упражнений играешь? Я играю гаммы, звуки. И вот длинные звуки, например, как ты играешь? Просто длинную ноту. Ну, цель длинных нот, она ведь как думает, для чего? На звание камеры. Камеры развивать? Ну, уже у тебя это есть, но мне кажется, что длинные звуки, наверное, мы репетируем для того, чтобы играть этими звуками потом в нашей пьесе. Или ты просто отдельно ими занимаешься просто для того, чтобы долго выдыхать, используешь для этого инструмент. Тогда можно без инструмента этим заниматься. Вот так. Зачем нам инструмент? Нет, ты сказал, что это для дыхания ты делаешь. Работать над звуком. Ну вот я тебе все понимаю. Я никак не могу дождаться, когда он немножко приболел у нас вчера, поэтому вот у него свечи машины. Чем вы хотите сказать, он заболел? По-моему, с головой все в порядке. То есть, все-таки длинные звуки не только для дыхания, а для звука. Ну вот сыграй мне длинную ноту, пожалуйста. Любую, которую любишь.
что ты делал вначале, то было настоящее. А если си или адрес тоже? Спасибо по музыке, там вы, я ничего не собираюсь менять.
очень все правильно, верно. И играйте так же, где-то внедрите немножечко вот этого. И уже хорошо, постепенно. Все, я тебе желаю удачи. А еще раз напомню, как вот это не так. Сайт imslp.org. Давайте я напишу вам сейчас. Забудьте казаться, что надо что-то заплатить. Вы не думаете? А нужно подписать. Игры, я принимаю условия перевода. И ваш download будет продолжен через 14 секунд. Ну, да. Спасибо большое. Я так и знала, странная бутылка. Thank you.
пьесы играла из каких политических пьес? Я играла фильм «Жигуль». Просто от этого зависит, как ты будешь играть, хорошо или плохо, правильно или неправильно.